Красноперекопском районе в среду открыли новую детскую площадку. Она стала первым этапом реконструкции сквера за Домом культуры «Нефтяник». Что сделано и какие еще работы предстоит провести в следующем году, узнала Яна Хромова. Моросящий все утро дождь не испортил радостного события. В Красноперекопском районе Ярославля появился благоустроенный сквер, точнее его часть. В четверг здесь подвели итоги первого этапа реконструкции территории за Домом культуры «Нефтяник». Открыли детскую площадку. 5 лет назад здесь был пустырь с деревьями. Вот сейчас это все, в принципе, преобразилось. И это только начало той работы, которую мы планируем делать совместно. Завод, НГК «Славнефть», администрация Красноперекопского района, мэрия города Ярославля. Сейчас эта работа включена в перечень приоритетных проектов по Красноперекопскому району на 2015 год. И в 2015 году будут здесь проведены основные окончательные работы. Работы сделаны по инициативе местных депутатов и на средства спонсоров. Игровая площадка с безопасным для детских коленок покрытием, просторная песочница, качели, необычные прыгалки, которые выдержат сразу несколько человек. А такой плитки, через которую растет трава, нет ни в одном парке города. Все продумано до мелочей. Например, скамейка с высокой спинкой перилами. Ступеньки дорожки из террасной доски, не скользящие и устойчивой к осадкам. Ученики ближайшей школы через дорогу еще до официального открытия успели оценить все сделанное. Мне понравилось на этой площадке то, что здесь все такое многофункциональное, новое. Очень хорошо, когда не было дождя. Можно было лазить. Здесь было очень много детворы. Если бы не было дождя, здесь бы и сейчас было очень много людей. По замыслу архитекторов территория сквера разделена на зоны. Чуть в стороне от детской – отдельная площадка с лавочками. А на следующий год чуть дальше среди высоких елок появится спортивная площадка с тренажерами для старших школьников. Также в будущем году запланировано сделать освещение и дополнительные дорожки. Будет предусмотрено 10 миллионов рублей и работы будут продолжены. Ну а в целом я хочу сказать, что мы продолжаем вместе с депутатами работу по благоустройству скверов. И 4 сквера на следующий год в бюджете, а это 40 миллионов рублей, будут предусмотрены. Будут продолжены работы, как я сказал, в данном сквере. Будут продолжены в парке радиозавода работы. Начнутся работы в сквере у госпиталя ветеранов. Детских площадок и благоустроенных скверов много не бывает, считают власти города. Ярославцы, и большие, и маленькие, тоже только за. Яна Хромова, Василий Мосин.